Вы растете на глазах, и вы уже для меня все победители. Действительно, темы были донесены таким образом, что сидел и ловил себя на мысли. Действительно, ребята молодцы. Но могу ли я позволить себе начать унижать и оскорблять человека только потому, что мне не нравится то, что нравится ему? Саша, ты посетил более 20 стран. А тебе не надоело? Тебе не стало скучно? Тебе это все не приелось? Я могу с уверенностью сказать. Нет, дорогие друзья. Точно нет. Мастер слова для меня не просто проект, но и спасение. Я пришла сюда с диким желанием, осознанием того, что мне это нужно. Теперь у меня будет весна и осень ассоциироваться не только с призывом и обострениями, но и со стартом мастера слова. Поэтому, чтобы весна и осень у всех ассоциировались только с приятными ассоциациями. Ну что, пора. Годом.